Находимся в Луганске. Район ЖД вокзала. Буквально за этими домами начинается ЖД вокзал. Попали в жилой дом. Здравствуйте, а вас кто-то пострадал, да, здесь? Смотрите, разнесли жилой дом. Куда целились, не ясно, потому что здесь вблизи в округе нет ни ополченцев, ни каких-то укреплений. Прям за этим, напомню, повторюсь еще, находится ЖД вокзал. Возможно, хотели попасть туда. Но в ЖД вокзале тоже нет ни ополченцев, никого. Вот дома нет. Пока что, по информации, погибла бабушка. Одна местная жительница, сейчас будем уточнять. Вот, смотрите, разрушение. Здесь магазин «Искра». Здравствуйте. А вы очевидец, да, этих, получается, событий? Можете, что здесь произошло? Что, взрыв, бомба влетела, мы были в маре. А есть пострадавшие? Бабушка, говорят, да? Ну, не знаю, я ничего не видела. Я в этот момент была в магазине, поэтому не могу вам сказать ничего. Ясно. Спасибо. Вот, смотрите, что. И опять это, откуда-то стреляет. Все с того же поселка Металлист, откуда с того места. Вот разрушение. Там дома выбиты, стекла. Попали прямо наверх. Видите там?